Давайте, ребят, наберем 2000 лайков, и я сливаю пароль и логин от этого аккаунта, от аккаунта GoodMody Ona. Всем привет, с вами Нагибатор ТО228, и сегодня у меня для вас такая тема крутая. Я нахожусь на аккаунте GoodMody Ona, вот, дело в том, что я, короче, зашел, ребят, на этот аккаунт и перекинул на своего другого аккаунта краску его, дьявол старую. И сейчас она у меня есть, потому что я могу это сделать и могу себе, как вы можете вот сейчас смотреть и заметить, я нахожусь на этом аккаунте. Здесь, к сожалению, мой танк не показывается, потому что, ну это, я не знаю, это баг, наверное, такой на этом оке, но, как видите, я сейчас нахожусь в профиле, вот я показываю эту краску, сейчас она здесь еще по-старому, у этой краски есть сразу вот такие вот резисты, и это вообще круто, поэтому я могу вам показать этот аккаунт, и давайте, ребят, наберем 2000 лайков, и я сливаю пароль и логин от этого аккаунта, от аккаунта GoodMody Ona. И вы сможете на нем поиграть, кто первый там успеет, сделаю какой-нибудь розыгрыш. Так, ну что ж, теперь мы находимся на моем аккаунте Нагибатор ТО228, и я вам сегодня буду показывать гайд по пушке Страйкер. Вот, у меня есть все пушки, и на Страйкере я вам советую одевать корпуса, которые, ну, такие. Блин, болею, ребята, простите меня. Немножко приболел Нагибатор ТО228. Но сегодня я вам покажу, как нужно на Страйкере играть. Для того, чтобы играть на Страйкере, одеваем корпус Диктатор, так как он высокий, и нам вообще никто ничего не сможет сделать. Потом переходим в битвы, и я вам буду сейчас... Блин, а где битвы все? Давайте на 20-й сервер. Вот. На 20-м сервере я вам буду показывать битвы, где можно также... Да блин, где битвы? Давайте на 21-й. Буду гайд показывать. Не то, что как я раньше битвы снимал, просто рассказывал, что у меня тут есть пароль от аккаунтов разных. Но теперь у меня также появилось... Блин, извините, болею немножко. Возможность вам показывать, как нужно играть на таких званиях, чтобы не быть нубами и чтобы всех нагибать. Давайте зайдем на Иран. На Иране мы сейчас здесь немножко покатаемся. И я вам покажу, как нужно нагибать. Это будет гайд такой от Нагибатора ТО. Кстати, вот, и... Блин, это что я хотел сказать? Если вы хотите еще от меня гайды, то обязательно ставьте лайк этому видео. Если здесь наберется много... Блин, извините, болею. Вот, если здесь наберется много лайков, то я... Давайте нарим аптеку и смотрите, и вот, видите, я занарил и эту двойную броню и аптеку, и я убил. Также нужно нарить на Страйкере еще эту штуку, и всегда, просто всегда жмите на пробел, чтобы у вас вылетало сразу по 4 ракеты, потому что по одной ракете это вообще никто так не стреляет, вы никого не убьете. А вот если вы будете зажимать так по 4 ракеты, вы вообще всегда всех убьете. Вот, смотри, сейчас у нас будет дуэль с софтом. И вот, видите, я его убил. Так, сейчас еще вот этого мы немножко... Но здесь, походу... Нет, аптека у меня есть. Вот. Блин, я в него один раз всего лишь попал. Мина. Блин, извините, ребят, болею немножко. Смотрите, какой гайд у нас получается. Где... Кто ты? А почему?
Я же, я был рядом, а почему у меня не раздался этот? Вот, потому что страйкер это хорошее оружие, которое может вам помочь вообще во всем. Вы с моим гайдом сможете затащить вообще любую катку, и тиммейты ваши, которые будут биты, всегда вообще будут офигевать с вас и говорить: блин, пожалуйста, чувак, научи меня, мы тоже так хотим играть со страйкером. Вот, видите, просто 4 ракеты, и я его убиваю сразу моментально. Ни у кого вообще нет шансов, ни единых меня... Ой, вот этот, ну, вот этот чисто... Знаете, почему нас убил? Потому что у него была в этом нарко полностью вся включена. И из-за этого он меня убил. Блин, извините, ребят, болею. Болею немножечко, еще не справился со своей болезнью. Вот, так как в школу сейчас идем, и я, короче, чтобы не ходить в школу, специально решил заболеть, ну, чтобы, знаете, не ходить в школу, и чтобы больше было возможностей с вами поиграть. Смотрите, я уже навожусь, и просто 4 ракеты полетели, я его, конечно, не убил, но это из-за того, что у меня нарко не была включена. Сейчас вот я включу, где тут, вот она. Блин, потерял немножко перед этим. Я всегда, знаете, чтобы не терять кнопки перед битвой, как зайти, одной рукой всегда управляйте, а второй рукой вот просто оп, и оп, аптека, и все, видите, как это все идет. То есть, блин, болею, извините. Вы должны, знаете, как делать. Одной рукой управлять, запоминать, а второй рукой всегда держать эти пальцы на нарке. И тогда вы всегда будете знать, где что включать. Главное, запоминайте, на каких пальцах у вас какие кнопки находятся. Это самое важное. Чтобы играть всегда так и нагибать так же, как я. Потому что если вы не будете запоминать этого, у вас ничего не получится. Вот, смотрите, всегда, никогда не стреляйте по одной ракете. Хоть здесь и есть эта возможность по одной ракете стрелять, но это специально разработчики так сделали, чтобы запутать игроков, чтобы эта пушка не так нагибала. Вот, всегда нужно стрелять по 4 ракеты, и тогда вы всех вообще всегда будете нагибать. Вот, смотрите, я одного убил чувака, и еще второго задамажил. По-моему, это вообще очень крутая пушка. Вот, но опять же, если вы хотите, я вам следующий, ребята, гайд сделаю по пушке Шафт. На Шафте я вообще играю очень давно, это самая лучшая и самая нагибучая пушка в Танк Онлайн, потому что Шафт, у нее очень большой урон, и... Извините, пожалуйста. Вот, и самое главное, что на Шафте вам никуда не нужно ехать. Вы можете стоять на одном месте, а враги будут сами к вам ездить, и... Ну, вы просто будете их убивать. Это очень круто. Вообще, пушка, я не знаю, по моему мнению, нагибатора ТО-228, она самая крутая в игре. Вот, смотрите, вот этого чувака сейчас тоже наводит. Блин, его какой-то убил. Да ты что делаешь? Я его сам хотел... О, кстати, у меня есть вот... Кстати, я вам хотел напомнить, не забывайте никогда прожимать овер... Драйвер, да. Вот, его никогда не забывайте прожимать. Когда у вас будет полностью звездочка заполнена. Блин, болею. Извините, ребят, пожалуйста. Вот, когда у вас будет полностью звездочка наполнена, нажимаете на клавишу Shift на вашей клавиатуре, и у вас вообще все получается, вы все нарите. И, блин, это круто. Я всем советую всегда ждать овердрайва. И чтобы другие ваши союзники не нагибали, так же как вы, никогда не раздавайте этот овердрайв вообще всем другим людям. Только чисто уходите куда-нибудь подальше от всех своих союзников. За танка. Круто. Вот, уходите всегда от всех своих союзников, и когда вы будете один, только тогда прожимайте овердрайв, чтобы другие ваши союзники, у них не было возможности так же затащить, как тащите вы,
Иначе у них будет возможность вас обогнать. Это самое главное, запомните вот это в овердрайве. И самое главное, одевайте корпус диктатор со страйкером, потому что диктатор у нас высокий корпус. И чтобы вам никто не мешал нацеливаться, всегда одевайте диктатор. И главное в пушке страйкер, это всегда зажимайте пробел и всегда, слышите меня, всегда стреляйте на 4 выстрела. Потому что у вас будет урон большой, у вас сразу вылетает 4 ракеты, а если вы это включите еще вот двойной урон, то у вас вообще все будет офигенно, у вас вообще будет просто нереальный какой-то урон, и вы всех будете нагибать. Поэтому подписывайтесь на канал Нагибатора 228, чтобы не пропустить следующие гайды. Ну а с вами был Нагибатор 228, всем пока!